Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Меня зовут Елена. 13 марта – волшебный день. И эта цифра принесет большую удачу. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Понедельник, 13 марта – мощный позитивный день, дарящий возможность успешно завершить начатые дела, разобраться с давними сложностями, а также пробуждающий способности к творчеству. В эту пору управляемо благоприятными 21-ми лунными сутками – противопоказано бездействие. Забудьте о сомнениях и неуверенности и смело двигайтесь к своей мечте. Царящая сегодня волшебная энергетика открывает перед вами множество шансов. Ваша задача – не упустить их. Луна перебралась в созвездие Стрельца, открывая период ярких эмоций, прекрасно сочетающийся с творческой энергией 21-х лунных суток. Этот огненный знак дарит оптимизм, позволяет поверить в себя и достичь любых высот. Кроме того, под его влиянием заметно возрастают ваши способности. Усиливается интуиция, благодаря чему вы с легкостью сумеете справиться с любыми ситуациями, которые еще недавно казались неразрешимыми. Чтобы день прошел наиболее благоприятно, демонстрируйте благодушие, сохраняйте гармонию с собой и окружающим миром. Этот период наполняет вас энергией, подталкивает к активности, требует двигаться к цели семимильными шагами. Однако, чтобы волшебная удача 21-х лунных суток не отвернулась от вас, необходимо учитывать мнение окружающих людей, избегать поступков, способных кому-либо навредить. Честность, справедливость, даже если в данный момент они кажутся вам невыгодными, принесут удачу и помогут одержать победу даже в самых сложных ситуациях. 21-й луны сутки перед вами открывается множество возможностей. Сегодня каждый человек способен добиться всего, о чем мечтает, даже если цель кажется практически недостижимой. Поэтому не позволяйте себе расслабляться и пребывать в пассивном состоянии. Однако перегружать организм также не стоит. Найдите золотую середину между отдыхом и работой. Не суетитесь, действуйте уверенно и уверенно следуйте к своей цели. Сны этих суток показывают, насколько удачно вы реализовали свои способности. Поэтому не стоит воспринимать буквально мрачные сны или кошмары. Они всего лишь сообщают о том, что ваш талант не используется по назначению. Из-за этого вы теряете часть имеющейся энергии впустую, направляя ее далеко не в то русло. Проанализировав сновидение, вы сумеете осознать свое предназначение. Если ночная греза была яркой и позитивной, беспокоиться не стоит. Вы движетесь по верному пути и заняты своим делом. Не удивляйтесь, если с самого момента пробуждения вы ощутите желание творить, создавать что-то новое и направить все силы на созидание. 21-й луны сутки вдохновение посещает даже далеких от искусства людей, вызывая желание сочинять поэмы, создавать картины и выражать свои мысли в прозе. Не сдерживайте данные порывы, а если не уверены, что сумеете создать что-то с первой попытки, посетите мастер-класс или воспользуйтесь онлайн-уроками. День идеален для получения любых знаний. Луна, находящаяся в Стрельце, усиливает способности к обучению, даруемы 21-ми лунными сутками, благодаря чему вы с легкостью освоите новый материал и успешно продолжите изучение начатого ранее. Обострившаяся интуиция позволит вам выбирать наиболее достоверные источники информации, интуитивно отсеивая то, что не является важным и полезным. Эти сутки созданы для спорта, поэтому знаменитая фраза «Жизнь есть движение» могла бы стать их девизом. Луна советует, день подходит для любых дел и проектов, поэтому не теряйте времени и приступайте к реализации планов с самого утра. При этом лучше всего заранее выбрать самые сложные и запущенные задачи и сосредоточиться на них. Сегодня вы получаете шанс справиться с ними без особых сложностей. Индивидуальная деятельность нежелательна. Общение с коллегами поможет найти нестандартные решения давних задач, достичь успеха в работе. Любые переговоры и встречи будут результативными, а общение с руководством будет продуктивным и плодотворным. Благоприятная пора для любых финансовых операций. Все инвестиции принесут хорошую прибыль, а совершенные сегодня покупки порадуют качеством и прослужат долго. В эти сутки можно совершать рискованные сделки, не опасаясь денежных потерь. Удачное время для работы по дому. Вы можете браться за дела любой сложности, начиная от простой уборки и заканчивая грандиозным ремонтом. Приступайте к задуманному исключительно в хорошем настроении. И тогда ваши действия улучшат энергетику жилища и сделают его уютнее. Хорошее время для общения. Люди настроены позитивно и легко идут на контакт. Свойственная дню легкость и непринужденность позволят завести множество интересных знакомств и возобновить старые связи. Старайтесь проводить больше времени с близкими, чтобы укрепить силы и зарядиться энергией.
Прекрасный день для романтических знакомств. Если вы уже состоите в отношениях, сходите с любимым человеком в клуб, проведите время с друзьями или посетите массовое мероприятие. Поскольку 21-го на сутки, желательно провести в компании. Если вы планируете свидание, его также лучше устроить в людном месте. К примеру, сходить в ресторан или кафе. Поездки, начатые сегодня, будут особенно удачными, если вам составят компанию близкие люди. Ведь одиночество в эти сутки противопоказано. Если у вас нет спутников, постарайтесь завести знакомство с попутчиками. Старайтесь больше общаться, тогда впечатления от путешествия будут самыми приятными и позитивными. Магия этих суток делает удачными все светлые практики убывающего Луны. Особенно удачными будут и денежные практики, направленные на избавление от финансовых неурядиц. Так, например, чтобы избавиться от безденежья. Возьмите 12 монет одного номинала. Положите перед собой, предварительно постелив на стол лоскут темной ткани. Справа и слева от себя поставьте зажженные свечи. Далее, когда все подготовили, 3 раза скажите такие слова. В лесу темном и глухом старец живет. Чудеса для людей создает. Он на просьбы людские откликается. Словом и делом перед Всевышним заступается. Дай ты мне, святой человек, сил, достатки жить, о нищете боли не слышать. Все 12 месяцев в году мне легко трудиться, с бедностью навек распроститься. Искренне благодарю, поклон бью. Вот вы должны проговорить 3 раза. Далее. На эти монеты вы должны положить любое съестное угощение. К примеру, кусочек сахара, ломоть хлеба. Далее завяжите ткань с подношением в узел вместе с монетами и унесите подальше от дома. Оставьте узелок под любым деревом, чтобы недуги не приставали. Вам нужно сделать следующее. Взять стакан с водой и, держа в руках, сказать такие слова. Как эта вода, боли не знает, от лихоманки не страдает, в горячке не пылает, ничего не ноет и не болит. Так и я, здесь вы должны проговорить свое имя. Болезни отныне не знаю, от них надежно защищаюсь. В воде убывать, а мне жить и здравствовать. Истина. Проговариваем так 1 раз. Этого достаточно. Далее этой водой просто умываемся, чтобы помириться с любимым. Если ваши отношения с любимым резко ухудшились, а попытки примирения не помогают, то нужно сделать следующее. Просто вечером этого дня возьмите в руки 2 детали одежды – свою и любимого человека. Далее, держа их в руках, вы должны сказать такие слова. «Ангелы небесные, помогите меня с…» Здесь вы должны проговорить имя второй половинки. «Примирите. Пусть нам больше поодиночке не куковать, ссоры скандалов не знать. Темной силе нас не разлучить, меня из его сердца не удалить. Наши души навек соедините, счастье наше оберегите, быть по слову моему». Проговариваем 3 раза. Все, далее вещи можно положить по своим местам. Чтобы вам сопутствовала удача, в этот день очень важно сделать следующее. На любом запястье нарисуйте цифру 3. Именно эта цифра сегодня принесет большую удачу. Нарисовали. После 1 раз скажите такие слова. 3 волшебство создает, удачу мне во всем несет. Говорим 1 раз. Все. Целый день должны проходить с этой цифрой. Если стерлась, подрисовывать ее не нужно. По народным приметам в этот день отмечают Василий Теплый. Рыбы, рожденные 13 марта. Являются разносторонние развитые личности. Уже с раннего детства они чувствуют потребность творческого проявления. В коллективе могут держаться обособленно, из-за чего их нередко считают загадочными или даже странными. Но все-таки в душе они всегда остаются беззащитными, романтичными и добрыми. А их талисман – Александрит. Чтобы обрести благополучие и весь год был удачным, очень важно в этот день испечь хлеб, ну или принести в дом свежую выпечку и обязательно угостить всех домочадцев. В этот день проводили особый ритуал на счастливую жизнь. Начинали уборку постельного места, снимали постельное белье и далее говорили такие слова. «Постель переверну, жизнь удачливую привлеку, белье на новое сменю, беды себя
прочь сгоню. Пусть все плохое далеко летит, а ко мне счастье в дверь постучит. Как сказано, так и исполнено. Говорили так один раз, далее стелили новое постельное белье. Также, если в семье были постоянные ссоры, конфликты, неприятности, то проводили специальный обряд на мир и покой в доме. Достаточно было просто протереть коридор в своем доме. Когда протирали, говорили такие слова: «Водой все зло убираю, нет больше злости и невзгод. Пусть будет счастливым весь этот год. Мои родные в мире живут и покой в доме берегут». Говорили один раз. После этого мыли коридор в своем доме. И по традиции перед сном обязательно повторяем такие слова: «Я добиваюсь исполнения своих желаний». Говорим один раз, и вы посмотрите, что ваши желания будут исполняться.